لاہور کے علاقے ساندہ میں ایک مکان کی کھدائی کے دوران انسانی جسم کے مشابہ ایک 4 انچ کا جاندار دریافت ہوا جس سے بچوں نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا. ساندہ کے رہائشوں کے مطابق ایک پرانے مکان کو مرمت کے غرض سے منہدم کرنے کے بعد ایک کمرے کی کھدائی کے دوران 4 انچ جسامت کا یہ جاندار چلتا پھرتا دکھائی دیا. یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ بچوں نے اسے پتھر مارے جس کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو کر گر گیا. یہ خبر علاقے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور عورتوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی. ہجوم بڑھنے پر مقامی لوگوں نے مداخلت کر کے اسے ایک گڑے میں دفن کر دیا. دوپہر کا ٹائم تھا, 2:30 بجے کا ٹائم, میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک دم بچوں نے شور ڈالا کہ کوئی بونا آیا. میں باہر آیا تو وہ دیکھا کہ وہ تھوڑا چل رہا تھا. میں نے دیکھا, میں کہا یہ تو حرکت میں ہے. میں نے بچوں کو بتایا, بچوں نے خیر پکڑا اسے, تھوڑی دیر اس نے سانس لی. وہ حرکت کر رہا تھا, ہل رہا تھا, جیسے مچھلی نہیں ہلتی اس طرح ہل رہا تھا. تو میں باہر ہی آؤں, 2 دن بچوں نے بول کے اس کو بوتل میں ڈالا ہے, ٹھیک ہے, پھر تیلے کے ساتھ اس کو ہلایا ہے تو وہ طرف کے بھی مریا تھا اور وہ گرا. پھر بچوں نے الٹا دیا, الٹایا نا تو بالکل انہوں نے اٹھایا تو سامنے اینٹیں پڑی ہوئی تھی, اینٹیں بہت زیادہ گرم ہوئی ہوئی تھی تو اس سے نا جل جلس گئی اس کی جل. عوامی حلقوں نے اس عجیب الخلقت جاندار کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے طبی تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے. Данная программа посвящена неоднозначной теме. Рассмотренные нами версии не являются единственно возможными. Мы предоставляем зрителям право самим сделать выводы на основе полученной информации. Эта загадочная история началась в небольшом провинциальном городе на Южном Урале. 1996 год. Промышленность страны переживает глубокий кризис. Заводы закрываются, больницы находятся в плачевном состоянии. Зарплату месяцами, а то и годами не выплачивают. И даже красота местной природы не может отвлечь людей от повседневных проблем. Именно здесь, в окрестностях города Кыштыма, появилось таинственное существо, происхождение которого до сих пор не может объяснить ни одна из многочисленных версий. Я, конечно, не берусь утверждать, что это инопланетное существо, но тем не менее, то, что это что-то необычное, это уж точно. Люди, которые видели карлика живым, не считали его земным созданием. Сомневаются и те, кто держал в руках мумию существа. Ну, такого у нас еще не было, конечно. Что вот такой вот ребеночек, ну, как сказать, говорят, ребеночек. Ну, это, конечно, может быть ребеночек, но он все равно не человеческий, я так думаю. Ученые скептически относятся к этой теории. Это и понятно, уфология не является официальной наукой. Я верю, что в то, что это пришельцы из космоса, только, может быть, на 0.5%. Но наше состояние окружающей среды заставляет нас думать, что, скорее всего, перед нами мутант. Однако мог ли ребенок-мутант прожить столько времени в обычной квартире без медицинского ухода? Выжить такой ребенок самостоятельно не может. Было ли загадочное существо представителем внеземных цивилизаций? Могло ли состояние окружающей среды привести к появлению подобного рода мутаций у людей или животных? Эта программа является попыткой разобраться в одной из самых необычных историй 20 века. Открытая тайна пришельцев. Кыштымские карлики. В этой истории еще много белых пятен. События 96-го года обросли многочисленными слухами и домыслами. Некоторые свидетели странного явления отказываются давать интервью. Рассказы других – откровенные выдумки. Наша задача – изложить все о кыштымском карлике, не приукрашивая и не искажая факты. А выводы вы сможете сделать сами. Все началось вот с этого любопытного документа. Тогда еще капитан, а ныне майор Кыштымского РУВД Евгений Мокичев расследовал банальную кражу медного кабеля.
Подозреваемый в воровстве, Владимир Нурдинов похвастался следователю, что у него дома хранится труп гуманоида. Он достал с шифонера сверток, сверток материи красного цвета, развернул, и я увидел, к своему изумлению, небольшой труп, мумифицированный труп, размером где-то примерно 25-30 сантиметров, темно-коричневого такого цвета, большие складки засохшей кожи. Я еще понюхал его, он источал очень неприятный запах. Нурдинов объяснил, что нашел существо уже мертвым. Не зная, как правильно поступить с трупом, он просто высушил его на солнце. Следователь Мокичев решил действовать по известной ему схеме. Обнаружен труп, и этот факт должен быть официально зафиксирован. Но была ли эта мумия человеком? Уж больно не похож был этот случай на то, с чем Мокичеву по роду своей работы приходилось сталкиваться. Сомнениями капитан решил поделиться со своим коллегой, следователем Владимиром Бендлиным. У Мокичева Евгения сразу возникло, конечно, двойственное такое чувство. Неужели, значит, либо это все-таки человеческое уродство, либо что-то странное, действительно, чего до сей поры так не приходилось встречать. Ну и об этом он рассказал ребятам в отделе, ну, мне, собственно говоря. Найдена мумия необычного существа. Прежде чем заводить уголовное дело, капитан Владимир Бендлин решил проконсультироваться с местными специалистами. По мнению врачей-акушеров, существо напоминало недоношенного ребенка. Однако, когда капитан показал мумии патологоанатому Станиславу Самошкину и фельдшеру судебно-медицинской экспертизы Любови Романовой, история приняла неожиданный оборот. Они пришли к выводу, что есть существенный ряд отличий, так вот, в частности, строение черепа, количество костей черепа, потом килевидный костяной нарост на лбу, который проходит буквально до самой верхней челюсти, потом, значит, отсутствие ушных раковин, затем строение кистей, значит, передних конечностей или рук, потом строение костей таза. Собственно, строение позвоночника было трудно, как скажем, проверить, поскольку он был искривлен при усушке сильно. При внешнем осмотре специалисты обнаружили, что существо имеет ряд аномалий, не свойственных человеческому строению. Ни патологоанатом, ни фельдшер никогда не сталкивались ни с чем подобным. Все было необычно. Голова, вот это вот ручки, его ножки, потом остатки вот этой кожицы, конечности. То есть, ну, все было такое вот, не как вот ребенок, там, выкидыш какой-то. У загадочного существа скелет уже был сформирован, тогда как у новорожденного младенца кости имеют хрящевую структуру. Череп полностью сформировавшийся такой, то есть необычный, но кости не хрящет. Никаких родничков там не было. Вот эти швы острые такие вот. Тогда, возможно, это была мумия животного. Однако у загадочного существа лобные доли преобладают над лицевым отделом, что не характерно для строения черепа у животных. Но и человеческим детенышем создание тоже не могло быть. Тогда кто же это? Станислав Юрьевич высказал такую точку зрения, что на этот вопрос бы ответила, конечно, генетическая экспертиза. Но он считает, что здесь ряд аномалий существенных, которые даже если бы были свойственны человеку, то он бы не мог просто жить ни минуты при них. То есть он бы должен быть еще в утробе, так скажем, умершим. Но если даже такой родился и жил, это уже загадка и медицинское, так скажем, ну, поле деятельности. Опытный патологоанатом однозначно определил, что это не скелет человеческого ребенка, и посоветовал дело о детоубийстве не заводить. Почему врач сделал такие выводы? И он описал причины, по которым он это отказывается делать. Он описал примерно 20 признаков резкого отличия вот этого существа от человека. Оснований возбуждать официальное расследование у капитана Бендлина не было. Поддержки у руководства следователь не нашел. У нас оказалась вот такая вот ситуация. Ну и наша страна вечно зеленых помидоров, вот где это все с ног на голову поставлено. Здесь, значит, все вот на всех уровнях
так скажем, чиновники, что от милиции, что от медицины, они проявили, ну, так скажем, сдержанность такую, что вот, ну, и даже вплоть до злословия опускались эти люди. Тем не менее, Владимир Бендлин решил провести свое неофициальное расследование. Я выполнил полностью, как скажем, несанкционированное следственное действие. То есть осмотр места происшествия, так скажем, и включил в этот осмотр, так скажем, показания очевидцев. Но только лишь я не задокументировал это, поскольку это должно быть все-таки юридически закреплено, а я не имел права, так скажем, самостоятельно это инициировать. Вот, поэтому я сделал на магнитный носитель, на видеокамеру. Следователь начал восстанавливать события в хронологической последовательности. Ему удалось выяснить, что в поселке Каолиновой, пригороде города Кыштыма, проживала одинокая пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина, которая и нашла загадочное существо. Как она сказала, ребеночка Алешеньку нашла в лесном массиве за школой. По второй же версии, она говорила, что она обнаружила на кладбище в грозу, в серьезную непогоду. Что-то побудило ее пойти на новое кладбище. Произошло это в мае 1996 года. Здесь надо сделать оговорку. Тамара Просвирина была не совсем психически здорова. Я был знаком с этой женщиной еще и раньше. Приходилось, работая участковым инспектором, общаться и профилактировать эту семью. Вот. И, ну, знал я, что она состоит на учете у психиатра.